прошлый раз у меня вообще не получилось на нем. Тоже нравится. Ванпуку. Что такое? Ну, уже, кстати, лучше получается. В прошлый раз у меня постоянно эта атака не срабатывала. Ну... Pogo-jump. Pogo-jump. Трансильвания. Что, за здоровьем сходим? Я только не помню, где она. Ну, в смысле... Вроде бы здесь. Опять не сработало. У меня в прошлый раз примерно так же было. Ну,
Ух. Самый тяжелый босс в игре. Ну, с этим джойстиком. Наверное. Посмотрим. Сейчас надо будет луну как-то пройти. Племянники, самоубийцы. Ой. Окей. Так тоже бывает. Три-четыре-три-пять. Гималай. Уи. Буба. Mm-hmm.
погнали. Вверх плохо зажалось. Здорово. Нет, не на тру. Пытаюсь просто поиграть. О, кстати, вспомнил, какую игру я еще хотел попробовать. Гандек. Там верх не нужен. Не, я потом Гандек попробую. Вторую часть в следующие выходные можно будет попробовать. Я вечно на чем играю? Не на ваших клавиатурах с эмуляторами. Теперь самое сложное. Ну, с учетом крестика. Какой дурак ее сюда поставил? Телефон. Всегда во всем виноват твой телефон. Запомни. Пироженка, пироженка. Я так растолстею. Даже можно сделать операцию по уменьшению веса, да? Тем более утки жирной быть, в принципе, нужно. Спасибо. Thank you.
Эй! Не-не-не-не. Клюдия в оригинале кидала себя. Закидывала мороженым. Любимый десерт Скруджа Макдака. И мой тоже. Обычное ванильное мороженое. На сливках особенно. Хотя всякие там фисташковые тоже неплохие. Сливочное это, которое сырное, например. Тоже норм. Есть такое вкусное сочетание, называется швейцарский ланч. Это сырное мороженое с шоколадной крошкой, либо просто залитой шоколадом. И кофейный, как сказать, привкус. Когда типа как кофейные зерна, типа в этом мороженом самом. И получается, ты как бы ты сырно-шоколадное ешь, но при этом еще с кофе. Вообще, звучит дико, но вкусно. Очень классно. У нас только один производитель такое мороженое делает. Ну, из того, что можно купить у нас тут. И оно, блин, гадско дорогое. Что-то 600 рублей за ведро, что ли? Ну, вот на данный момент. Ике. Найс. Вот и получился DuckTales. Хотя вначале вообще не получалось на нем играть. У меня постоянно атака срывалась. Но сейчас вот я как-то подпривык. И теперь уже и DuckTales. Нормально. Шесть, восемь, пять, четыре. Окей. Не, вторую часть в другой раз как-нибудь. Я вообще хотел закругляться, но я вспомнил еще одну игру, которую хочу проверить. Там верх не нужен сильно. По идее, тоже должна нормально играться.